На этом месте замуровали собаку. Ростовская 58, дробь 10. Четвертый подъезд. Вот соседи наши. Наши соседи. 94. Мы обращались ко всем вышестоящим инстанциям, нам не помогли. Мы решили сами извлечь животного. Изверги. Да вон это, разбираю, блядь, порог на собаку замуровали. Надо в первый подъезд взять лопату. Как мы без лопаты? Вытаскивай, Вадюш. Не материтесь. Кого? Я ничего. Они даже ее не забетонированы, поэтому собака скоро будет спасена, надеемся. Собака была беременная, и люди знали, рабочие, что собака была беременная. Надо. Тут еще раскапывать надо. Че? Есть, соседи сказали. А у вас ничего нету в машине? Вадим, пожалуйста. До тебя хуй дозвонишься. А, ты в гараже. Давай, дружочек, давай. Ясно. Давай, моя хорошая. Давай, вылази, давай, мой хороший. Давай, Вадим, пожалуйста. Давай, мой хороший, вылази. Давай, мой сладенький, давай. Вылази, мое солнышко, вылази. Да успокойся ты. Саша. Да что? Можешь успокоиться? Давай, моя хорошая. Выходи, солнышко. На, пожатие вынеси. Сейчас вынесу. Да что, вон, замуровали собаку, черти. Это же моя лапочка. А? Вылази, мой хороший. Вылази. Доставай. Она беременна, осторожно. Аккуратнее. Тихо, она не сломала, ничего себе. Ой-ой-ой, что ж за люди-то, а? Снимай. Двое суток еще собака. Вот приехали и узнали эту всю фигню. Остальным всем похеру было. Ребят, мы куда только не звонили. Ты вышла. Мы спасли собаку со всеми. Да, мы спасли. Пожрать надо. Сейчас мы... Тут стой.